Ну, что бы ты еще хотел почитать, мой дружочек? Вот еще бы такую же книжку. У меня ведь есть еще лучше. Смотри-ка, сделай сам. Ну, все сам да сам. А тут ведь вот. Царская жизнь. Только и делай, что ничего не делай. Тогда тебе просто необходимо попасть в тридевятое царство. Да разве туда попадешь? А почему бы нет? Где у нас тут сказочный раздел? Вот он, нашла. Теперь встань вот здесь. Голову правее. Спокойно. Вот это да! Понимаешь, в книгах могут жить только нарисованные мальчики, но ведь и вы с ним одно и то же, не правда ли? Факт! А вы волшебница! Ну что ты? Тут никакого волшебства нет. Просто я регулярно читаю эту книгу. Ну ступай, дружок. Алло! А где же тут кто? Имею я пирожных горы и есть, что есть, и есть, что пить. Но крашу, крашу я заборы, чтоб кто не ядся мне прослыть. Царь! Царь, отстань! О, Господи! Ох, как я испугалась. Я уж думал, наши сказки кто почитать взял, а я в таком виде. Нет, это я. А вы зачем забор красите? Вы же царь, вам же полагается ничего не делать. Да знаю, знаю. Должность у меня такая, только и делаешь ты, ничего не делай. Ты ведь так и со скуки помрешь. И потом, я ведь не в самом делешный царь, я сказочный. Дай, думаю, пока сказки на полке стоят, забор подкрашу. И польза, и разминка. Одобряешь? Нет, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь... Мороженое! А он заборы красит. Так-так. Понятно. Уступил бы место старшему, а и в школе не обучен. Пожалуйста. Подай-ка себе корону-то. Пожалуйста. Великовата она тебе. Значит, пирожных. Ага. Эй! Стража! Вот что, ребят, отрубите-ка ему голову. Тунеядец. Ага, это можно!
Здравствуй, милок. Бабушка, как тут золотую рыбку повидать, а? Это уж в курсе дела. Да вот оно, море-то рядом. Ой-ой-ой. Знаешь, только и ходить не советую. Вот ты послушай, какая со мной беда приключилась. Она еще мне будет рассказывать. Как будто, что ли, я не читал? Так ведь я-то не ты. Я-то ведь не хочу совсем быть владычицей морской. Я-то с ней быстро договорюсь. Слышь, касатик, милый, это... попросил бы ты у нее корыто, а? Ну вот еще, снова здорово. Сначала тебе корыто, потом тебе подавай стиральную машину. Да, да нет, нет, где уж там. Ну ладно, поговорим. Эй, золотая рыбка! Эй-эй, золотая рыбка! Ты что, не слышишь, что ли? Ну что тебе надо, старчик? А? Что? Что это такое? Золотая рыбка! Слушай, золотая рыбка, значит... Я хочу, чтобы ты... Что? А ты сплел невод? А ты его трижды закинул в море? А ты меня поймал? Палец о палец не ударил, а туда же я хочу. Твоты, куда ты летаешь? Ух ты, подумаешь! Килька несчастная! Вот это здорово! Эй, вы кто такие? Мы Василисы Премудрые. Кто? Василисы Премудрые. А вы откуда взялись? Прилетели из разных сказок. Потому что у нас слет юных Василис. По обмену премудростями. Чем? Премудростями. О, так вот бы мне бы тоже бы научиться бы по обмену какими-нибудь премудростями. Да. Тебе, видать, нужно в 39-е царство. Че я там не видал? А там есть двое из ларца одинаковых с лица. Что не прикажешь, все за тебя сделают. Все-все? Да. Эх, а как туда добраться? Ступай прямо, а чтоб не заблудился, вот. Загибайся. А в-третьих, мороженого. И
И скорее, быстрее! Пусть сделано! Эй, 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 алло! Стоп, стоп! Вы что это? И конфеты за меня есть будете? Ну нет уж, тогда убирайтесь обратно в ларец. А вот кому пирожки горячие, с повидлой, с мясом, с капустой. Печка. Здравствуй. Печка, печка, дай мне поесть, а? Да пожалуйста, только наколи сперва дровишек, растопи их, да замеси тесто. Ладно, будь сделано. А ну, двое из ларца. Явились? Замесить и нарубить. Будь сделано. Ну-ка, давай-ка поглядим, как тут избы делают.